Около 70 биткоин-банкоматов было разбито в Детройте и Чикаго. S&P Solutions Incorporated подали иск в суд штата Иллинойс. В иске, опубликованном на сайте ru.script.com, говорится, что обвиняемые разрушали банкоматы с марта 2016 года с целью устранения конкурентов. На сегодняшний день в официальных источниках сумма причиненного ущерба не указана. Она будет определена страховой компанией.